забор, большие ворота, маленькая дверь, и на дверьми нарисовано изображение льва. И увидели. Как я уже говорила, львы появились в 17 веке как символ Швеции. И было очень-очень популярно, но после того, как Рига прошла в состав Российской империи, то лев как-то плавно сменился на другой символ, на орла. И весь 19 век в Риге было очень много украшений орлов. Но потом как-то немножко надоел. И во второй половине 19 века вспомнили о шведских временах, и очень много появилось украшений львов.